Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в столице нашей страны с каждым днем становится больше. Ежедневно из Москвы на станцию Янаул прибывает около 30 человек. С 15 апреля для всех прибывающих из столицы действуют специальные новые правила. Для них на вокзале организовали санитарный пост. Сотрудники Янаульской больницы проводят термометрию. Здесь же заполняют анкету пассажира, куда вносят данные о том, где будет проживать человек. В случае обнаружения пассажиров с высокой температурой, бригада скорой помощи доставляет их в больницу. После всех необходимых процедур человек отправляется домой, либо в обсерватор на время двухнедельного карантина. Оперативный штамм по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории муниципального района Яновского района с 15 апреля этого года создана группа по контролю за прибывающими пассажирами из города Москвы с измерением температуры тела, проведением анкетирования и раздачей памяток по соблюдению самоизоляции. В группе включены сотрудники администрации муниципального района Яновского района, представители ГБУС РБ и Новоска ЦРБ, сотрудники полиции и ведомственные охраны на горках железной дороги станции города Янаул. К примеру, сегодня, в 13 часов 58 минут прибыл поезд номер 16 с сообщением Москва-Нижневартовск. На станции, сошли 8 пассажиров, которые любезно согласились пройти анкетирование. Им также измерили температуру тела, выдали памятки по соблюдению режима самоизоляции. И в последующем каждый день будут проверяться все граждане, прибывающие в станции города Янаул в данном направлении.